Новый год уже близко, поэтому стоит задуматься, какой наряд, макияж и, конечно, маникюр будет у вас в новогоднюю ночь. Сделать необычные дизайны на ногтях можно в домашних условиях. Вам понадобится тонкая кисточка, цветные лаки и рассыпчатые блестки. Особенно красиво и выразительно дизайн смотрится на ярких ногтях. Хорошо, если вы отдадите предпочтение модным цветам. Очень актуальны зимой все холодные оттенки. Это все оттенки фиолетовых цветов, оттенки холодных розовых, синих и также, естественно, все виды блесток. Особенно популярны в зимний период термолаки. Они реагируют на температуру тела человека и меняют цвет в зависимости от того, тепло вам или холодно. Дизайн можно сделать и на бесцветном лаке. Сейчас мастер по маникюру Анастасия декорирует мои ногти блестками. Блестки можно нанести в виде френча, можно на весь ноготь, можно нанести разные оттенки цветов по ногтю. То есть снизу, например, белое, сверху синее. Перед нанесением блесток нужно нанести прозрачный лак. И пока он не высох, нужно наносить блестки кисточкой. Блестки на кончике ногтя получатся объемными, похожими на снежный сугроб, если использовать сразу несколько цветов. Чтобы рисунки держались дольше, мастер советует покрывать ногти специальным прозрачным лаком-закрепителем. Еще один вариант – украсить ногти и нарисовать на них что-то новогоднее. Подойдут елочки, снеговики, новогодние игрушки. Нужны лаки и одна тонкая кисточка. Можно купить обычную беличью кисточку, обрезать ее как вам удобно и уже макая в лак, рисовать рисунки. Если хотите, чтобы новогодний дизайн на ногтях сохранялся все новогодние праздники, домашнюю работу лучше делать в перчатках. И, конечно, масло для увлажнения кутикулы. Если пользоваться им ежедневно, ногти будут выглядеть ухоженными дольше. С вами была Екатерина Маслова. Получайте от жизни удовольствие.